Хей-йо, гайз, с вами Шумики, мы продолжаем проходить игру под названием GeForce, либо Миссия Дарвина. Короче, я перезапустил игру, я выключил вертикальную синхронизацию, но все равно игра выдает максимум 61 FPS. Сейчас очень резко вот упал до 10, теперь 45. И чтобы вы понимали, когда пишет контрольная точка, значит оно не сохранилось на контрольной точке, нужно сохранить в контрольной точке, нажимать. Только этого не хватало. Осторожно, Дарвин! Эти штуки выглядят ненормально! Так. Захватив врага в прицел, нажмите кнопки движения и прыжка, чтобы уклониться от атаки или сделать кувырок. Военизированная оптическая мышь Саберлинк. Уязвим для большинства видов оружия, несмотря на небольшой размер, эти вредители могут быстро окружить свою жертву и нанести электро... хлыстом. Внимание! Объявлена общая тревога. Повторяю, общая тревога. Так, крупный контейнер. Контейнер с минимальной степенью прочности может быть разрушен чем угодно. Блендер, модель 1000. Напряжение. Перезагрузка и отключение системы невозможно. Так, вы... Рекомендована немедленная эвакуация. Военизированный блендер Саберлинк. Радиоактивный. Уязвим для большинства видов оружия, стреляет с густами всякой радиоактивной жидкости, наносящей повреждения в течение длительного времени. Так, Бен, мне нужна краткая сводка. Что за чертовщина происходит? Я работаю над этим, направляюсь к вам. Команда спецназа уже на месте, так что помните, существование бригады М надо сохранить в секрете. Незаметны и неуязвимы, да? Так, ладно, собираем деньги. Сраный тостер. Удерживайте кнопку, чтобы найти текущую миссию. Есть не только такие микрочипы по 10. Долгая ли игра? На самом деле я не помню. Вы скажете, стоп, ты уже в нее играл? Да, это игра моего детства. Поэтому да, я в нее играл. А, вот эта вот херня, если что, муча убивает. Сохрани, да.
как она убивает. То есть Муч, когда ее видит, когда мы, ну, на какое-то расстояние подлетаем, она нас засасывает. Порядок. Пошел, пошел, Дарвин, пошел. Где ты? Всем я выхожу. Спецназа не видать? Пока нет. Это очень странно, Ди. И самую малость смертельно. Вот бы Спеклс был здесь. Делаю, что могу, парни. Спасибо, Хуарес. Нам всем не хватает Спекса, но мы справимся. Я почти закончил. Опа! Кавалерия прибыла. Вижу спецназ по всей зоне операций. Что? Докладывает группа 5. Боевое столкновение с электроприборами Сейберлинг. Но если что, вот эти... Ой. Ну слишком меткая ты. Не пинай мусорное ведро. Вот, смотрите, вот, видите, как, когда такой эффект, значит, вот, он сам полетел. Смотрите, оп. И он просто улетает туда. Вот, допустим, я вниз хочу, а он вверх улетает. На 50. Все, где такие вот значки, можно атаковать. Команда, Saber Sense совершенно точно запущен. Если это Saber Sense, я к этим приборам не притронусь. Ты отродясь не бывал на кухне. Правила игры изменились. Сосредоточьтесь. Порядок, Ди. Я завожу АБР. Пора выметаться отсюда. Сканировано не было произведено. Данный объект фигурирует в базе данных. Вау, тихо, я даже не видел, что он меня заметил. А можно ли их еще убить? Да, их можно вот так и застрелить. Наверное. Военизированный детектор движения. Сайберлинг неуязвим для всех видов оружия. А, неуязвим все-таки. Но может быть оглушен своим смертоносным лазером. Он может пробиться все известные типы энергетических щитов и даже деревянные двери. Так, от стеклянных поверхностей, однако, лазер будет отражаться. Все. О, забыл что здесь открыть. Используйте реактивный ранец, чтобы подпрыгнуть и схватитесь за рукоять, чтобы открыть дверь. Чао, левидерчи. Вот точно. Мы выбрасываем больше продуктов, чем мистер Сейбер и его чертовы друзья едят.
И вся эта техника. Еда, считай, сама себя готовит. Не говори так, или мы останемся без работы. Бежим, бежим отсюда! Знаешь что, Сейбер потерял двух поваров, а его вафельницы гоняются за мной. Придержи сироп, чувак! Ты гонишь! Окей. Так, чип CyberSense. Валюта, которая может быть использована для покупки товаров в торговой палатке. Вау! Хлебушек готовят, либо что-то типа того. Кора, скажи мне, в остальных частях особняка тихо? Прости, Ди. Сигналы буквально отовсюду. Класс. Ладно, все следуйте дальше к месту встречи. Бластер, как там у тебя? Я в лифте, направляюсь к АБР. Окей, мы тоже движемся. Понятное дело, что я вниз не пойду, чтобы уничтожить эту херню. Парни, не хотел бы вас отвлекать, но у меня тут проблема. Лифт намертво застрял. Дверь заклинила, а я внутри. Продолжайте без меня. Окей, продолжаем без тебя. Я этого не допущу. Куарес, рассказывай, как мне освободить бластера. Судя по сканеру, ты держишь путь прямо к диспетчерской. Оттуда ты сможешь освободить бластера. Выстрелите в регулятор температуры, чтобы открыть холодный или горячий шлюз. Так, пульт управления кондиционером переключает кондиционер из положения тепла в положение холод. Это если что, как вы поняли, хоррор элементы. Задачи. Дарвин, эта дверь скоро рухнет! Держись, поросеночек. Дарвин уже бежит. Сейчас к тебе прибегу, подожди. Я слышу, но как я могу остановить эту штуковину, если я открою лифт бластер покойник? Как насчет плана Б? Подожди-ка, если
Если ты откроешь эту дверь спецназовцам, они разберутся с тем шредером, да? Отличный план Б, Хуарес. Мы только что уничтожили Шреддер. Да, вы не ослышались, Шреддер. А я всегда имел в виду это мусорное ведро. Типа, почему Шреддер? Когда я был малым, всегда говорили Шреддер, Шреддер. Я думал, типа, извините, черепашек, но не похож на Шреддера. Поверьте, дальше будут сложные моменты. Ой, ты чё, живой? Эй, Дарвин! Теперь, когда ты наигрался с этими штуками, как насчет вытащить меня отсюда? Нажмите кнопку вызова лифта, чтобы выпустить бластера. Но? Ух ты! Чуть было не влип! Спасибо, что спас меня! Я твой должник, Дарвин. Забудь. Ты поступил бы так же. Дарвин, у меня для тебя потрясающая новость. Здравствуй, Дарвин. Спеклз? Что? Я думал, ты... Что случилось, старина? А я воспользовался твоим планом для спасения, Дарвин. И с большим трудом сумел выбраться из того пряса для мусора. Как раз вовремя. Но это отдельная история. Ясно, Спекс. Рад, что ты опять с нами. И это, как говорится, хорошая новость. Плохая — это то, что все приборы Сейбера каким-то образом ожили. Все до единого. Это место просто кишит ими. Есть идеи? Да. Надо добраться до центрального компьютера и отключить его. Для этого спустись в подвал по трубе из прачечной, пробравшись через нагревательный узел. Там я скажу тебе, куда идти дальше. Дарвин, слушай сюда. Бен сказал, что у него есть какие-то сведения. Я пойду навстречу с ним. А мы пойдем далее. С помощью цивилизатора вы можете сканировать объект и получить информацию. О, стой, а я тостер сканировал. Военноизированная вафельница Саберлинг. Уязвим для большинства видов оружия. Хотя вафельница всего лишь пара щелкащих челюсти. Большая часть этих безмозглых бытовых приборов быстро подавляется свою добычу, превосходя число. Ясно. Надо на самом деле здесь открыть все, потому что здесь могут быть секретки. О, видите, вон, допустим. Чисто сотка. Так бы сотку потерял. Сохранить. Ну, не хочу, очень короткие серии. Я только что прибыл на место. Где бластер? Он направился навстречу тебе. В торговых палатках можно покупать карты, боеприпасы и медикаменты, а также новое оружие и улучшения. О, я буду улучшения покупать. Новое оружие и улучшения появляются в киосках только после нахождения золотого или серебряного дисков с данными. Вон оно что. Ну тогда мы сначала с вами... Соберем все, что здесь есть, на полочках. Так, карточек у нас нету, да? Так, оружия нету, количество зарядов. Так, боеприпасы. Плазменное оружие. Плазменная батарея, боеприпасы для плазменного оружия. Шок, дробаш, огонь, лед, электрошокер. Карта. Так, подобранный план
Местности, подвал комплекса Берлинг. Расположение всех серебряных дисков для текущей локации. Подвал... Ну, я не уверен. А где... Оружие его усовершенствования. Я лучше буду карту покупать. Воспользуйтесь картой, чтобы выйти к цели. Ну, типа, вот наша цель. Значит, я буду идти специально так, чтобы вот исследовать все по пути. Не, ну хотя 50 это не так уж дорого. Для начала, я думаю, хотя. Хотя мне только серебряные будут показываться. Тут они вообще есть? Да, 3 диска серебряных. Пехлс, проложил маршрут к главному компьютеру через отопительный узел. Так, окей. О, вот это новый тип врага. Вейнизирован блендер Сабрлинг. Масло озим для большинства видов оружия стреляет с густками скользкого растительного масла, которое заставляет противника подскальзываться и падать, делая его более уязвимым. Вейнизированный вытяжной вентилятор Сабрлинг. Не уязвим для всех видов оружия, но может быть оглушен. С помощью его потока можно добираться в недоступные ранее места. Но избегайте его лезвий, чтобы повредить вентилятор и изменить направление потока. Годится почти любое оружие. Короче, примерно вы поняли, что оно из себя представляет. Десятки. Надо было все-таки тогда тоже мышку туда бить. Добил бы мышку, десятку бы получил. Странно. Здесь на полу какая-то жидкость. Бластер, это ты здесь наследил? Я не виноват! Смешно. Так, а давайте теперь думать. Еще одна коробка. Эй, это слишком высоко, мне здесь не перелезть. Поток воздуха от этого вентилятора кажется достаточно сильным. Запрыгни в него, он должен поднять тебя на достаточную высоту. Отличная идея. Выключи тягу вытяжного вентилятора, чтобы преодолеть преграду. Выберитесь из воздушного потока, прежде чем попадете в вентилятор. Персональный компьютер Сабрлинг модель 3000. Вейнизированный персональный компьютер Сабрлин. Возьми для большинства видов оружия. Единственная слабость этого киберзомби – его уязвимая начинка. Дождитесь момента, когда он запустит кулеры, и наступайте, чтобы ударить в его слабое место. Вейнизированный такой зомби для большинства видов оружия, его способность замедляет движение игрока, может оказать особое
Так, особенно опасно, если будет атаковать. Видите, они типа... Они умные, они наперед стреляют. Как тебе? Я очень ненавижу этого робота. Он, конечно, компьютер компьютером, но... Слишком много раз атаковать надо. Очень много раз. Так, Спеклс, нагревательный узел прямо передо мной. Здесь можно пройти дальше. Ага. Отличная работа. Хотя бы аптечки дают, этого радует. Вот, к примеру, да? Как мне попасть тут? А, она, скорее всего, здесь. Все. Выберитесь из воздушного потока, прежде чем попадете в вентилятор. Окей. Вдобы жизни. То есть я должен был здесь находиться. Хотя... Ага, все нашел. Окей, побежали. Порядок, вижу нагревательный узел. Но я не думаю, что идти туда хорошая идея, если я не хочу стать шашлыком. Судя. А чтобы не стать, пойдем на право. Плану здания, из центра узла отопительные трубы расходятся по всему комплексу. Выбрав правильную трубу, ты сможешь добраться прямиком в главный офис Saberlink. Это единственный шанс, Дарвин. Хм, ладно, Спекс. Фуарес, комната заблокирована. Есть предложение? Так, военизированные радиочасы Saberlink уязвимы для большинства видов оружия. Эти зловещие твари могут пробуждать дремлющие приборы и даже взламывать контейнеры, чтобы впустить на волю новых врагов. Хотела бы я помочь, но отсюда я ничего не сделаю. Тебе придется найти запорные вентили. Поищи в узле. Их должно быть 4 штуки. Ладно, будем потихоньку огнестрел использовать.
Воспользуйтесь картой, чтобы выйти к цели. А, изоляционные клапаны используются для управления давлением внутри отопительной системы здания. Ага, диск я пролетел. Понимаю. Так, немного, походу, я потерялся. Ну, это слегка немного. Крутая штуковина. Хотя я мог уничтожить, чтобы бы еще деньги получить. А так я теперь не получу деньги за этих. Дарвин, остался всего один вентиль. Отключение произведено. Работа отопительной системы нарушена. Отлично, Дарвин. Теперь ты сможешь пробраться отсюда к главному вычислительному центру. Ты уверен? Поверь мне, я знаю про это здание все. Да. Сейчас будем с вами разбираться. Рад снова тебя видеть, старый крот. Будем сейчас с вами разбираться. Я рад снова быть с вами. Давление вернулось в норму. Следуйте к отопительному узлу и покиньте подвал по каналам теплотрассы. Я бы хлыст улучшил на самом деле. Вот диск, да? Вот он. А где? Где он? Вот сиди и думай. Вот знаете, вот как говорится, диск есть? Вот ты видишь диск? Нет. А он есть.
Где, блядь, он где-то в воздухе. За что 50 этих заплатил? Вы что, гоните? Я тут еще с другой стороны вход не нашел. Откуда этот взялся? Да, тут секретные стены есть, ага. Неужто эта дверь открывалась? Ну хотя здесь не видно, вот, здесь нету. Это вот здесь? Подожди, я голову бьюсь? Да уж, найс. Хотя вот здесь еще есть проход какой-то. А, подожди, я как раз же отсюда тогда и пришел, да? Понимаете, просто мне жалко терять мои 50 чипов. Я ведь не знаю, с какой сложностью они зарабатывают, так ведь. Подождите, а точно там подземного прохода нету? Ну, типа, если тут смотреть, так тут есть вот какая-то шахта еще. А-а-а, вот оно, походу, есть оно. Походу, это оно и есть. Используйте инфракрасное зрение, чтобы видеть в темноте, когда поблизости есть источник тепла. Нажмите кнопку, чтобы переключить режим инфракрасного зрения. Пока я никуда не ушел, подожди. Да, вот. Подожди. Я диск не забрал. Ну так и просираются моменты. Замечу, это мы только ищем
сколько серебряные, вы понимаете? А есть и золотые, так как было сказано. Нет, тут в принципе видно, куда идти. Оно видно по серым вот этим решеточным, видите, вот оно светится. Давайте посмотрим, что я открыл. Ага. Все. Ну, такое. О, 60 пускай будет. Ау, да. Сейчас будет интересно. Сейчас будет очень интересно. Зараза, ну видите, он, в принципе, урон такого не создает. Давай быстрее. Бей сильнее. Да что мне сканировать? Панели сейчас использовать нельзя. А, так он вообще стреляет сам. Золотой диск. Кассетное оружие. Восстановить здоровье. Но он, по идее, как пулемет должен работать, если не ошибаюсь. Что там у вас? Мы следим за твоим продвижением к компьютеру, Дарвин. Слушай, Ди, я получил от Бена клевый прибабах. Через Децл буду у тебя. Только не пропадай. И, Дарвин, держи нас в курсе. Я сейчас ем, и все очень вкусно. Харли, ради бога, а? Ну что, на этом мы уже с вами закончим. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока.